Сейчас о гордости Кунгура по уже сложившейся доброй традиции в рамках фестивальной недели в администрации нашего города чествуют талантливую молодежь Кунгура. Накануне в День молодежи на торжественном приеме главы города было отмечено 20 талантливых студентов, представителей всех колледжей города. Благодарственными письмами награждали талантливых подростков в 5 номинациях. Это отличники, студенты, занимающиеся общественной и учебно-исследовательской деятельностью, а также научно-техническим творчеством и профессиональным мастерством. Также были отмечены и спортивные достижения юных кунгуряков. Почти 35% населения составляет молодежь в городе. Вы – это наше будущее завтра. Именно в ваших руках на сегодня развитие, как будет развиваться наш город в дальнейшем. Хочется пожелать вам неугасаемой энергии, хочется пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях, хочется пожелать, чтобы все вами задуманное воплощалось в жизнь. Удачи вам, всего самого-самого наилучшего. За успехи своих подопечных студентов памятными подарками и благодарственными письмами главы были также отмечены руководители учебных заведений.